Ну, это мы приехали в аэропорт, Алла аэропорт. Баба не прибежала. Пришли в аэропорт, встречай, сейчас и мы будем. Вот тут она должна вот с этой двери выходить. А, пусть подойдет. Иди забери ее оттуда. Ну, а там она пошла, сейчас они выводят ее оттуда. Что такое, что она плачет, там я не понял. Я не вижу там. Ну, вот это они приехали. Ой, вырядилась. Хорошо постарела. Это бабаня там рассматривает. Они вы, вот оттуда выходила она. Вот. Это Чикаго. Вот они приехала она, довольная. Ну вот это вот на улицу вышли с аэропорта. Вот тут такси стоят. Вот сейчас они сюда перейдут, на эту сторону. Вот сейчас Толик подъедет на своей машине. Ну вот они идут в машину. Вот Толик. Толик вышел. Здрасте. Это Америка. Вот это разбирает, а этот помогает. Рекс, посмотри, Рекс, что она принесла там, что она дает? Рекс, посмотри, пойди. Не показывай это. Ты же 23-го размера, 23-25. Я говорю, слушай, что вы... А это нельзя было? Иди, пройди вперед. Пройди вперед, потом разбирать будешь. Иди, я отсниму сейчас. Вот это она пришла к нам в хату. Вот эта елка. Мы держали специально... Да, не разбирали к вашему приезду. Это мы поставили на Новый год и не разбирали. Не разбирали, потому что... Телевизор, я тебе покажу. Иди, встань. Включи программу какую-нибудь. Что это за идиот? Сейчас пойдет в туалет, ты закрой. Я тебе говорю, рот закрой раньше времени. Какой туалет? Телевизор. Что вы? Включи, ну ты Мексов только не включаешь. Что включу? Включи, не, эти каналы могут быть плохо. Это какой-нибудь, чтобы видимость скажу. Вот, пусть будет. Что там? Вот, вот мультики. Все. Иди, ты... Он полы мыл. А если не взяла, так так и будет. Что ты вот этого достаешь? Ты к тапочке достала. А мне ничего не надо. Это не сябры. Да тут есть и сябро пару штук. Там немного. Так, все, нигде хорошо. Нет, нет. Пошли показывать хату. Вот. Ты принял серьезно? Да нет, ты же туда. Им уже поздно. Да. Уже надо путешествие собираться. Ну вот это кладовка, вот это ходит. Вот это дверь, выход на улицу. Я выключил. Вот они пошли наверх. Иди, бабаня, следом. Иди поумничай там. Вот еще раз я иду вместе со всеми по хате. Ну, я думаю,
тоже стала. В комнату, потому что он сейчас побежит на этот. Рекс, где они? Где они? Иди сюда. Иди, маленький, иди, разберись. Разберись. Вот это они пошли смотреть Толика комнату. Ты их всех научи правильно. А этот ходит там Наполеон лежит. Наполеон лежит. А что он так? Там нервки больше. У нас нет денег, вот, чтоб ты посмотрела. Вот у нас денег нет, чтоб купить, чтоб Дора посмотрела, она думает, что мы миллионеры, что у нас есть такие большие деньги. Это столько игрушек у ребенка? Это вот этот... О, я сейчас покажу ребенка. Вот ребенок стоит, вот. Вот это вот ребенок, вот, видите? Вот ребенок, который понасобирал вот эти все игрушки. Игрушки, которые ребенок собирает. Ну да, понятно. Видите, вот это ее куколка. Вот. Это Толик на 8 марта. Вот это мы ездили, фотографии ездили. На Аляску. Это деда Толи фотография. А это мы в круиз ездили. Это тоже в круиз ездили. А это выродок, вот это вот было. Вот. Только что, да? Она еще просто не перестает. Сидят, рассматривают фотографии. Тут это просто вот сегодня приехали. Приехала она, так решили накрыть немножко стол, чтобы это отметить сегодняшний приезд. Сейчас будет 6 часов у вас. И мы позвоним, а у нас только 10. А тут бабаня. Бабаня на кухне пашет, думает, что когда она будет уезжать, ей заплатят за это. Ага. И Инна хотела подработать тоже. Так ей сказали, чтобы даже слова не говорила. Так она говорит, я буду убирать в квартире, будете платить мне? Конечно. Я говорю, заплатим. Он там по соседству пойдешь и это... Ты мне заплатишь обязательно. Вот. Да я шучу, вы что? Да ладно, за границу нам поможет. Приехал Валера. Что? И сейчас будем... Водку начатую. Да, эту я буду пить, я еще буду начать. Вот Валера пришел. Водка на его Африке, водка. Заходи. Вот. А та быстрее побежала в сумку показать, что она что-то привезла. А подарки. Как он похож на тебя? Он щеки поддает, ты что? Поп? Чем? Щеки тебя целовала. Папа вообще умер. Ну как вы летели хорошо? Нормально. Худой такой. Присела, думаю, если опущусь... У нас дети лучше в семье выглядят, чем родители. Я только поправился. Ну не важно. Лера, какой ты худой. Слышишь? А Рекс к нему подошел и даже не отреагировал. Рекс уже привык и уходит от него сразу. Рекс, а где Лера? Где Лера? Где Лера? Пойди поцелуй Леру. Пойди Леру поцелуй. Ну как же не стыдно? Хорошо. Виталенька, давай это, ты мне рваную стулья не будешь. Жалко? Да. Вот это привезли водку. Тише, нам. Я если буду показывать. Нам украинцев. Как же я бы вас побывал.